Все мы прекрасно знаем, что в нашем мире существует огромное количество рабочих инструментов в рамках финансового рынка DeFi, от наличия и применения которых люди могут получать просто колоссальную прибыль. Один из таких инструментов является арбитраж. Уверена, многие из вас где-то что-то о нем даже слышали, но вот единицы понимают на самом деле, что это такое и как все это может помочь им в реализации своих поставленных целей. И вот об этом я как раз и хочу с вами сегодня поговорить. А именно о проекте, который за счет своих гениев экономики и финансов, а также криптоэкспертов, физиков и математиков, создали свой анализ математических моделей финансового рынка, используя все имеющиеся инновации и технологии для взаимной помощи и дальнейшего финансового развития общества, создав самую настоящую, свободную, равную и альтруистичную открытую финансовую систему в тесном сотрудничестве как с блокчейном, так и с другими инновациями, позволяющими раз и навсегда устранить классовые неравенства в обществе. И называется наш сегодняшний проект DeFiCo. Если честно, то сам проект представляет собой самый простой рабочий интерфейс по заработку в DeFi, где вам будет достаточно всего одного клика, чтобы вы сразу же смогли завершить даже самую сложную арбитражную операцию с одной платформой. Ведь вся суть DeFiCo и была сконструирована таким образом, чтобы пользователь имел всю необходимую поддержку для торговли цифровыми интеллектуальными активами, даже при самых сложных пользовательских наборами правил, которые в свою очередь определяют, как этот актив обрабатывается и торгуется соответственно. Так как сами активы под собой могут представлять абсолютно разные финансовые инструменты, будь то акции, облигации, долговые обязательства и много чего другого. Но особое внимание команда-основатель уделяет арбитражу по процентной ставке. Для тех, кто не знает, что это такое, поясню. Арбитраж по процентным ставкам – это своего рода торговая стратегия, где люди занимают деньги под низкую процентную ставку, а затем инвестируют их в активы с более высокой доходностью. В области же децентрализованного финансирования арбитражные возможности тоже существуют. Правда, только тогда, когда существуют различия в процентных ставках между различными платформами. Например, Боб вкладывает эфириум в Compound и заимствует DAI с процентной ставкой 1,44%, после чего продает DAI в KB, чтобы в дальнейшем купить USDC, а затем одалживает USDC на NUO. Таким образом, спред процентной ставки Боба может быть рассчитан как ставка кредитования USDC по NUO 12,33%, минус ставка по займам DAI в соединении 1,44%, что в итоге дает ему прибыль в 10,89%. Уверена, изначально все это может показаться весьма сложно и запутанно. Но не пугайтесь, основатели DeFiCo уже все разработали заранее и позаботились о вас, так как все эти операции за вас будет делать автоматическая арбитражная система. Как же это будет выглядеть на практике уже в DeFiCo? На самом деле все очень легко и просто. Все, что вам нужно, это купить один из имеющихся планов, начиная от основного, заканчивая продвинутым и платиновым. Как видите, единственным существенным различием между планами является сумма инвестирования. А так, итоговая процентная ставка прибыли за год у всех планов составляет 300%, что естественным образом приводит вас к тем или иным суммам дохода за весь период инвестирования, а именно за 365 дней. Но как вы понимаете, останавливаться на достигнутом команда разработчиков не намерена, поэтому ими были созданы еще и другие ускоренные исследовательские планы, которые в свою очередь имеют уже другие суммы инвестирования, а также процентные ставки, которые позволяют производить ежедневный расчетный интервал возврата энтропии, который, как вы видите, стартует от 4 центов до 18 долларов в первом плане, от 4 до 180 долларов во втором плане и от 20 до 600 долларов в третьем плане. Но что же это такое Netgentropy Evolution? И если выражаться простыми словами, то это преобразование энергии, увеличивающий хаос системы. То есть это инструмент, позволяющий преобразовывать энергии, создав тем самым новое состояние, то есть еще больше энтропии. Прочитать же более подробную информацию об этом явлении вы сможете посредством доступной технической документации. Однако, как вы понимаете, на этом возможности DeFiCo и его разработанных продуктов не окончены. Наоборот, вас сейчас ждет знакомство с еще одним KiPo Plan Accelerated Evolution, где вы также сможете выбрать для себя один из представленных трех планов, каждый из которых имеет свой диапазон стоимости, процентную ставку и расчетную сумму для возвращения энтропии, которая, как вы видите, идет из другого расчетного интервала, равному 30 дней. Дополняет же все это многообразие финансовых возможностей еще и щедрая 10-уровневая MLM-программа, где вы сможете получать от 30 до 6% прямых вознаграждений от каждого действительного аккаунта.
Действительным же аккаунтом является тот, на счет которого было инвестирован более $100. Например, пользователь А имеет баланс в $1000, а зарегистрированные под ним аккаунты Б и С имеют соответствующие суммы инвестирования в 2 и 5 тысяч долларов. Исходя из этого, доход А будет рассчитан на основе его $1000, как от Б, так и от С. На основе всего этого формируется так называемый узел, где, исходя из его производительности, будет высчитываться не только его общий доход, но и процент от интереса, что в свою очередь приводит к так называемой системе диапазона доходов узла, каждый из которых, как вы видите, отличается от предшествующего по своим правилам обновления, правилам дохода, бонусам повышенной производительности и доходами узла. Ознакомиться с деталями которых более подробно вы сможете уже самостоятельно, так как для этого в описании под этим видео я прикреплю все сопутствующие технические документы, а также ссылки на все официальные ресурсы, где вы сможете не только полноценно вникнуть в суть проекта DEPCO, но и во все его продукты и финансовые возможности. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и пишите свои мнения насчет проекта в комментариях. А с вами, напомню, была я, ваша криптоледи. Всем удачи и пока!